Адам Сэндлер испортил фотосессию молодоженам. Актер проходил мимо, когда пара позировала для фотосессии. В итоге он также принял в ней участие. Американский актер и комик Адам Сэндлер стал незапланированным участником фотосессии молодоженов. Об этом пишет The Mashable. По информации издания, в Монреале пара позировала для свадебной фотосессии, когда голливудский актер проходил неподалеку. Женщина по имени Алекс узнала проходившего мимо актера и помахала ему, после чего немного пообщалась. «Мы сказали ему, Сэндлеру, Ред, что мы его большие поклонники и любим его работу, а также мы посмотрели все его фильмы», — рассказал Ковин. После этого актер, по словам пары, решил также поучаствовать в фотосессии, позируя в красных шортах и футболке. Снимки были опубликованы на твиттер-странице CBS Sunday Morning. Ранее сообщалось, что голливудский актер Джонни Депп рассказал, как потратил свое состояние. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.